Ви глядіться новини Вітебської області у студії Віктор Праліч. Вітаю вас. Президент Білорусі потребує керівництва Вітебської області наведення у регіоні технологічної диктатури і дисципліни. Розмова про гэта сьогодні йшла на нараді о першочергових мерах по забезпеченню устойливого развития ПК в області. Александр Лукашенко акцентував увагу на наведенні порядку на машинних дворах, комплексах, фермах. Говорка йшла і про дисципліну самих аграрів і їх обов'язки. На нараді уздымалися питання заработной платы супрацовников сельгазпрадприємства, забезпеченность кадрами, а так само молодых специалистов жильем. Усе гэта дасть экономичный эффект агропромыслового комплексу у целым. По выниках нарады Александр Лукашенко поставил задачу допрацовать указ, які повинен посадзейнічаць развитию ОПК в области, и дал на гэта пару тыдняў. Главное, что сделано правильно в Витебской области, что мы пошли от потребностей, от переработчиков. Молоко и мясо включили в эти холдинги, колхозы, совхозы. Вот, пожалуйста, дайте нам молоко и мясо. И если они не понимают, сколько, доведите до них, как в советские времена, задания, планы, прогнозы, что угодно, но доведите до них те объемы, которые они должны выдать предприятиям, перерабатывающим мясо, молоко, получающим сырье от сельчан, доведите им эти планы и пусть выполняют, но планы должны быть напряженными настолько, чтобы обеспечить свою хозяйственную деятельность и вернуть долги. Речи о списании долгов быть не может. Речь может идти только о том, что мы вам дадим какую-то отдушину, чтобы вы могли хватануть свежего воздуха. И каждый год по итогам года программа должна быть контролируема. Она должна быть прозрачной и понятной, чтобы мы могли подвести итоги и сделать выводы. Будут возвращены долги или нет? Как функционируют эти хозяйства? Настолько ли нормально они функционируют, чтобы люди жили в этих хозяйствах достойно? Нагадаем, сёння основу агропромыслового сектора Вітебскай области складают створаные 4 интеграционные структуры – Аршанская, Вітебская, Полоцкая и Глыбоцкая. Подробязней про то, как працуе холдинг на Глыбоцчине, расскажем у программе «Мясцовый час» завтра, 29 студеня, на телеканале «Беларусь-4». Стать гуманнее, ближе до людей. Менавіта на гэта накіраваная новая система бальной оценки деятельности правоохранников, у якой галоўным стане канчатковы вынік. Про гэта заявил у Вітебску министр внутренних справ Беларуси Юрий Караев. Ён принял удзел у выніковай коллегии ведомства. У целом у Вітебской области у минулым годе узросла колькасць злачынстваў. На статистику поуплывали шматликие правопорушения у IT-сферы. Однако раскрываемость довольно высокая, и в целом ведомство летась працавало упэўнена. Главное, как мы защитили граждан, как установили преступников, задержали их. Особо, конечно же, это в таких громких резонансных делах. Разбои, тяжкие телесные, конечно же, убийства. То есть там, где общество, люди ждут, что во всем справедливо разберутся и кого надо установят, розыск их осуществляют, поймают, скажем так, народным языком и передадут следствие. Да? То есть чтобы преступление не оказалось повисшим в воздухе и не раскрытым. Найбольш эфектыўна ў 2019-м спрацавалі Полацкі, Наваполацкі, Дубровінскі і Сенінскі аддзелы ўнутраных справ. Яны ўдастоены грамадскай узнагароды «Святы Георгій». Акрамя таго, лепшыя міліцэйскія калектывы атрымалі новыя службовыя аўтамабілі. Паўночны рэгіён – лідар у Беларусі па наладжванні кантактаў з атлетамі краіны ўзыходзячага сонца. На гэты раз надзвычайны і паўнамоцны пасол Японіі ў Рэспубліцы Беларусь Хірокі Такунага прывёз у горад надзвіной алімпійскага чэмпіёна Пекіна дзюдаісты Ісіі Сатосі, які правёў майстар-клас для айчынных спартсменаў. На занятках сэнсэя пабывала наша здымачная група.
У спортивной зале областного центра Олимпийского резерва по единоборствах вельми шматлюдно. Разом на татами зорку сусветного спорта чекают юные спортсмены и их тренеры. И они проехали из всех городов и райцентров, где на Витебщине развивают олимпийский вид спорта. Чемпион Пекинской Олимпиады 2008 года Исии Сатоси витал присутных разом с надзвычайным и полномостным послом Японии у Республики Беларусь Хироки Токунаги и выкладчиком Сендайского университета Накатой Наоки. Минавито яны, ураженные недавним визитом у областный центр, запросили проехать в Беларусь сенсея и провести тут свой мастер-класс. Они учат именно философию дзюдо, как начиная с базы, как правильно делать поклон, с какой ноги начинать выход на татами и, значит, все остальное. Поэтому в первую очередь дети почерпнули это, мы почерпнули это, а также технику олимпийского чемпиона, которая, когда я боролся, тоже мне было близко. У Японии дзюдо – это не вид спорта, а философия життя. Тут важный каждый нюанс. Олимпийский чемпион Исии Сатоси мкнулся показать нашим землякам сокрыты японского дзюдо. Он демонстрировал свою манеру и технику вести поединок, с якой не могли справиться лепшие спортсмены планеты. Дарэчы, сенсей застался вельми задоволенным тем, как белорусские дзюдоисты выконывали практикование и отпрацовывали складанные приемы борьбы на татами. Когда мы предлагали делать перерыв, они сказали, что нет, мы не устали, поэтому будем еще продолжать. С энтузиазмом занимаются. У детей заметно, что так есть основа самбо. Есть. Ну, если туда добавить японское что-то, тогда так они еще сильнее будут, и для японцев это настоящая угроза будет. У другой половине дня с надзвычайным и полномостным послом Хироки Токунагой сустроился старшиня областного совета депутатов Владимир Царентьев. У ходе разговора удельники отзначили, что полночные регионы краина у заходящего солнца мают кропки взаимодействия не только у спорте, а и у питаниях социальной сферы, реализации гуманитарных проектов, удела у культурных подеях и туристичных проектах. Мы разговаривали о потенциале сотрудничества между Японией и Белоруссией, особенно в Витебской области. И я думаю, что в Витебской области у вас как хорошая природа и прекрасные пейзажи. И тоже культурный потенциал. Необходимо, конечно, работать именно системно, найти специалистов, которые будут четко отвечать за японский регион, потому что сегодня есть развитие у нас и вопросы и по экономике, и вопросы по развитию промышленности. Это нас заинтересовывает. Ну и, конечно, немаловажно развитие сегодня туризма. На проконце встречи удельники разговора обменялись сувенирами и пожеланиями. Японии достойно провести Олимпиаду 2020 в Токио, а белорусским спортсменам поспехов выступить на головном старте 4-го года. Сергей Мисурагин, Александр Рындин, новини Витебск. Вирус далекий, погрозы реальные. У весь свет будоражит информация про новый китайский коронавирус. Новины с Поднебесной зараз тема номер один. Только за опышние сутки колькость захворевших на пневмонию нового типу повеличилась на треть, и зараз это свыше 4,5 тысяч человек. Смяротных выпадков больше сотни. Вирус распавсюживается имкливо. Вьетнам, Австралия, Япония, США, Франция и иншие краины. Ситуацию контролюе у тымлику и Министерство аховы здоровья Беларуси. У национальном аэропорте Минск пассажиры с тех краин, где выявлены вирус, проходят санитарно-карантинный контроль. А белорусские туристы, которые набыли путевки у Китай, спробуют вернуть гроши. И это подобно на соправдный квест. Наш корреспондент Ольга Шмаргун выслухала одну из историй про сгубленный отпочинок и доведалась, ци варто белорусам остерогаться эпидемии китайского коронавируса. Туристичную путевку у Китай витяблянка Наталья набыла у початку студеня, коли ситуация со смяротным коронавирусом еще не была настолько критичной. У Поднебесной жанчына бывала и раней. На этот раз лететь собиралась с дорослой дочкой и сябрами. Однако отпочинок у теплой краине пришлось отменить. Нежадание сустреться с вирусом ледь не каштовало Наталье кругленькой суммы. Згодно с договором, турфирма пропоновала вернуть только 10% от кошту путевки. Турфирма поддерживала, мы пытались продать тур сначала, потом мы пытались перебронировать тур. Ну, изначально я, когда начала отказываться от тура, речь шла о том, что я должна, согласно условиям договора,
оплатить все фактически понесенные расходы. И это оказывалось 90% стоимости тура. Я позвонила в Общество защиты прав потребителей, там был горячий телефон, и они сказали, да, все правильно, так и должно быть. Литерально за 15 хвилин до нашей встречи представники турфирмы все же пропоновали Наталье допомогу юристов, как правильно скласти претензию и вернуть весь кошт путевки. Видовочно, что попыт на этот накерунок одновится не худко. Свою популярность сярод белорусских туристов Китай набыл не так давно. У 2018-м у Поднебесной побывали каля 160 жыхароў Витебской области. Однако это удвоя больше, чем годом ранее. Сегодня никаких официальных рекомендаций, как устрыматься от поездок у Китай, для белорусов нема. Есть только парады тем, кто находится в Украине. Мы рекомендуем руководителям туристических организаций информировать туристов о санитарной эпидемиологической обстановке в стране выезда и возможном риске заражения. За ростом и подорожжем нового коронавируса по краинах свету Иван Жильцов назирая с профессийным интересом. Доктор медицинских наук навод размястил видеоролик на эту тему на YouTube-канале своей кафедры. Новый вирус распаўсюджваецца намного хутчэй, чем его старейшие браты – SARS 2002 года и MERS 2012. Гэта выклікае у профессора-инфекциониста пэўную занепокоенность. Однако белорусам, на его думку, бояться не варто. Насколько высока вероятность появления случаев заболевания в Республике Беларусь? Я считаю, что несколько завозных случаев вполне может быть, но вероятность дальнейшего распространения этого заболевания низкая. Чем больше источников инфекции, тем быстрее развертывается эпидемия. В данном случае источников инфекции будет априори мало, потому что, во-вторых, система здравоохранения будет готова. Вспышка заболевания широко известна, активно освещается в новостях. Здравоохранение экстренно приводится в боевой порядок. Передается коронавирус от человека до человека. До внешнего осяродия он неустойливый. Тому посылки с Китая погрозы не несуть. А вось от поездок во усходно-азиатскую краину специалисты рекомендуют устрыматься, покуль эпидемия не пойдет на спад. До речи, у Витебском держуниверситете имя Машерова сегодня учатся свыше 150 студентов с Китая. За вирусу подчас каникул им рекомендовали застаться у Беларуси. А у тех, кто все же полетел до дому, отпочинок теперь протягнется как минимум до соковика. Во университете постоянно мониторят ситуацию и тримают сувязь с посольством Китая. Ольга Шмаргун, Александр Рындин, новины, Витебск. А на этом наш выпуск новин завершен. Я с вами развитываюся. До встречи. Синоптики поведомляют, завтра по области будет воблачно, ночью по заходней полове, раницей днем на большей части территории опадки, мокрый снег, дождь. Ночью и раницей местами слабый туман и гололед, на особных участках дорог гололедица. Ветер паўднёва-ўсходний 3-8 метров за секунду. Температура поветра на протягу суток от минус 1 до плюс 4. У Витебску ночью без опадков, раницей днем часом опадки, дождь, мокрый снег. Температура поветра ночью от минус 1 до плюс 1, днем 0 плюс 2.